Всем привет, зрители и подписчики канала Games APS, и мы продолжаем проходить Assassin's Creed Black Flag. В предыдущей серии у нас была погоня за ассасином, одежду которого удачно наш главный герой надел на себя и выдал, вернее, будет выдавать себя за него. Мы спасли какого-то глупого купца, и шхуну которого сейчас мы будем начинать, скажем так, выводить из этой гавани. И, я так понимаю, направляться в Гавану. Так, карту сокровищ, кстати, можно уже не выбирать. Так, бросить деньги. Нет, деньги я бросать точно не хочу. Холодное. Так, вот так вот. Немного разобрался я уже с управлением. Меня больше всего беспокоит момент прокачки корабля и насколько, скажем так, интерактивный этот корабль. Вот сейчас на примере этого, я думаю, мы сможем немного посмотреть, что в нем есть. Так, в трюм спуститься, я так понимаю, нельзя. Так, посмотрим. Команда у нас вроде как есть. И это хорошо. Отлично. Так, а можно ли забраться наверх? Да, я так понимаю, наверх он тоже залезет. Ну, на самом-то деле это прикольно. Давайте поднимемся на вот этот. Я не знаю, как правильно называется. Скорее всего, смотровая площадка. Попробуем прыгнуть туда. Нет, туда мы не допрыгнем. Ладно, черт с ним. Ну что ж, свистать всех наверх, чертовы морские крысы. Приветствую на борту, Дункан. Шхуна скромная, но больше у меня не нужно. Возить товар с плантации. Нормально. Ветер крепчает. Пойдем на всех парусах. Так, только я не вижу, чтобы эти паруса складывались. Или... А, нет, поднимаются, да. Ну, давай. Ветер в волосах. Как это бодрит. Живительный запах могучего океана. Крепкий аромат возможностей. Правильный настрой, дружище. Так, а вид тут, кстати, как-то можно менять? Держись! Мы несемся быстрее самого ветра! Ну, мне уже нравится. Довольно прикольно. Мы спокойны тем, что в этих водах могут быть пираты. Как думаете, они были правы? Возможно. Так, нам бы главное на мель не сесть. Понятно, да. Там оживленный путь. По правде говоря, что нам опасаться пиратов? Корабль невелик, на борту ничего ценного. Сахарный тростник, паток, ром, подобные товары. А ром? Какой пират в своем уме откажется от бочонка рома? Что ж, да, тут вы правы. Так, я надеюсь, я правильно вывожу эту дырявую посудину. Вроде как правильно плывем. Да, вроде как правильно. Интересно посмотреть, насколько здесь в самом океане будет доступно передвижение. Убавить лиселя! Марселя! Брамселя! Бомбрамселя! Лиселя! Да что ты говоришь, я не понимаю тебя. Ух ты, клёво. Так, чего теперь? Вы прирождённый моряк. Да ладно. Я успел немало постоять у руля. 2 года был матросом на капере. Чёрт побери, вот жизнь достойная мужчины. Столько приключений! Изумительно! Да, странного я видел немало.
многообещающе. Чего это было-то? Так, спокойнее. Ну вот, с возвращением. А, ну да, все логично. Никуда это не ушло. Везде это есть. Ну, показатели в норме. Убедимся, что с тобой все нормально. Да что со мной все? Все окей, давай меня возвращай обратно. Покрути головой и посмотри на лампы. Сюда. А. Вверх. Вот так. Вниз. Пока все хорошо. Вставай. Да все отлично. Ну, слушай, кто ты вообще? В проекте образец 17. Ну офигеть теперь. Для начала тебе понадобится вот это. Че это? Ну вот. Эх, а там было так клёво. Работает? Да, работает. Ну что, прогуляемся? Да не хочу я с тобой никуда идти, верни меня обратно. Там было клёво. Что опыта мало. У тебя талант. Потоки данных стабильные. Надеюсь, что мы найдем предка из феодальной Японии. Хочу туда. Солидно, да? Этому зданию всего полгода. Но Abstergo Entertainment работает уже несколько лет. Ну, офигеть теперь. Вот теперь я понимаю, что зря я, наверное, не играл в предыдущие части. Не путаешься? Знаешь про Liberation? Нет. Наш первый проект с технологией Animus. Это было только начало. Очень скоро мы начнем распространять коммерческие серверы Animus по всему миру. Только пассивный режим, конечно. Адаптация истории. Самое интересное. И есть идеальная тема для первого полноценного проекта. Карибские пираты. Работа для тебя. Дайте воды. Нет? Ну как хотите. Надо подождать. Кого ждать-то? По-моему, свободный. Спасибо, человек Нэнси. Ничего не делает. Бонжоне. Что у вас тут на мониторах происходит? А? C'est bon. C'était prêt. Magnifique. Я тебя не понимать, говори по-русски. Это тебе. Главный инструмент в нашем деле. Ну, спасибо. Коммунитор. Что это? Давай, включай. Он классный. По-моему, он включенный. Ты чего-то путаешь. А, окей. Мои файлы? Я хочу... Я знаю, что я делать свою... Что мне делать со своими файлами. Да, понятно. В общем, какой-то бред и история. Я думаю, можно будет на паузе прочитать. Так. У нас тут не очень строго с безопасностью. Просто коммуникатор — это универсальный ключ. Я могу как-то быстрее двигаться. И ты двигай жопой быстрее. Кстати, чего там по поводу жопы-то? Да. Видишь мигающий сигнал? Нет. Есть контакт с лифтом. Отлично. Только после вас. Окей. Нам в студию проекта образец 17. Ладно. Второй этаж. Поехали. А клёво у вас тут, слушай. А чё почём? Сколько денег бухали? Таджиков приглашали, нет? Вперед. Ты давай, главное, не тормози. Оливье Гарно, я вас познакомлю. Кто? Салют, Леони. Я тебя не понимаю, говори по-русски. Спасибо. Это наш новый сотрудник, первый день. Здорово. Ага. Бонжур. Какой проект? Образец 17. Род Кенуэ. Хейтен. Коннор. Эдвард. Пират. Ты дебил, что ли? Очень интересно. Добро пожаловать. Мелани, можно поговорить у тебя?
Нет. Да, только устроить человека. Минут пять. Пошел в жопу. Рад знакомству. Итак, этаж проекта образец 17. Исследуем память одного очень ценного донора. Дезмонда Майлз. Берем самое интересное из его ДНК. И я очень надеюсь, когда-нибудь все это выльется в невероятную историю. Этот недотепа Джон, наш чудо-айтишник. Сисадмин. Что для тебя? Коллега. Я не чиню, я отладчик. Отладчик, да. А вот и он, твой персональный рабочий анимус. Прошу, садись, расслабься и найди что-нибудь интересное. Если нужны подсказки, в анимус загружены обучающие программы. Разберешься. Окей. А я зайду QR-код. На абордаж. Давай. Добро пожаловать в Animus Omega. Инструмент Abstergo Entertainment для исследований памяти предков. Если возникнут вопросы по работе в консоли Анимуса, пожалуйста, свяжитесь с руководителем вашего проекта. Ну ладно. Ага, я ее знаю, да. Участником проекта клевая. 17. Ваш объект Эдвард Джеймс Кенвей. Дата рождения 10 марта 1693 года. Суонси, Уэльс. Отладка окончена. Показатели в норме. Системы работают. Экстра-нейротрансмиттеры включены. Окей. Поехали. А что, мы там продолжим плавание или как? Ну, добро пожаловать в Assassin's Creed 4 Black Flag. Хотя, на самом деле, я должен был это сказать в первой серии. Ну, ладно. Да, волшебная Гавана. А, ну, собственно, да. Забывал. Продолжаем. Неизгладимые впечатления. Знакомые лица? Нет, нет, хочу казаться дружелюбным. Не дай бог снова примут за пирата. Верно. Преступникам вроде вас нужно быть начеку. Совсем недавно Англия с Испанией вели войну. А теперь я торгую с испанцами, как с братьями. Что-то не так? Нет, пустяки, камень в сапоге. А где тут лучшие койки? Я бы сейчас вздремнул. Скажем, пару часов. Я тут собираюсь в один трактир встретиться с купцами. Могу проводить. Ведите же. Надеюсь, вы дождетесь конца моей встречи. Столь внушительный человек рядом был бы большим подспорьем. На случай недопонимания. Давай, двигай уже. Подожду. Выпью чего-то. Что тебе надо? Отлично. Вали. Ну, пиратов здесь не жалуют, верно? Это сколько ж надо было награбить, чтобы угодить сюда? Дамы. Ола, леди. Вы близко знаете эти дамы? Нет. За близкое знакомство они берут деньги. Несколько десятков реалов в час. Интересует? Нет, что вы, право. Я ведь женат. Потому и предлагаю. Вот, здесь можно приобрести личное оружие. Мне тоже нужен клинок, Дункан. Такой, как ваш. Ну, эта ржавчина ничего не стоит. Все же рядом с вами я выгляжу слабым котенком. Мне бы хоть небольшой кинжал. Взглянем, что продает. Может, и мне купить клинок? Будем воевать вместе? О, хорошая парочка. Братья-близнецы. Одолжите пару реалов. Как-никак я вас спас. А, да, конечно. Спасибо. Ну, что ж, посмотрим, чего здесь продают в этой гавани-то.
Клинки, пистолеты, я так понимаю, оно еще закрыто. Клинки, так, английские палаши. Давайте пробежимся, посмотрим, что здесь есть. Но денег у нас всего 1500. Ладно, английские палаши. Ну, хорошо, купим. Это мне в самый раз. А у вас как? Мне хватило лишь на маленький ножичек. И он сгодится. О, черт возьми. Похоже, мы заблудились, Дункан. Ничего, что-нибудь придумаем. А что мы ищем? Ну, таверну с внутренним двором. Так, ну я сейчас вернусь. Каждый палец как крючок. Так можно отличить моряка. Ну да, на самом деле прыгает таки мартышка. Красотень-то какая. Ну, вот я помню еще первую часть Кредо Ассасина, Assassin's Creed, и вот мне всегда нравилось это. Держитесь! Ну стой, варюга. Или я тебе колени переломаю. Стой, скотина. Я рядом, гаденыш. Да я тебя сейчас. Ну-ка, иди сюда. А вот и я. Ты в гавани не скроешься. По-моему, он комментирует лучше меня. Ну что ты делаешь? Ну зачем ты это делаешь? Куда, блин? Что? Эх. Ну? Чего ждем? Стой, сволочь, я тебя догоню. Я не знаю, зачем я это сделал. С дороги, блин. Я тут за грабителем гонюсь. С дороги. Да сколько же за тобой бежать-то надо? А, испугался. Ну блин. Ну сколько тебя догонять-то? Нет, ну он действительно издевается надо мной, по-моему. Его нереально догнать. Может, он устанет наконец когда-нибудь уже, а? По-моему, мы по кругу бегаем, нет? С дороги! Ой, какой, куда? Стой, зараза. Стой, зараза. Не. Ну хорошо, я его, по-моему, уже практически поймал. Но я так понял, это еще не все.
Я помню, как можно было устраивать гонки а-ля Need for Speed в первом Ассасине. А здесь, я так понимаю, симулятор Олимпийских игр. Ну сколько можно за тобой бежать? Может, ты уже устанешь, я не знаю. Стой, скотина. Да что ты будешь делать? Интересно, насколько долго мне его нужно гонять по этому городу? Чуваки, помогите, а? Не, скотина, не. В тот карман ты полез. Расхлебывай последствия. Кусок говна. Так, куда мне идти-то, а? Ну да, не можешь. Хотя... Ну, хорошо. На самом-то деле, довольно интересно сделана погоня. Хотя, довольно... Скажем так, однотипно и уныло. Но, уж не знаю, такой уж, наверное, он, этот Assassin's Creed. Опять же таки скажу, что играю я в эту часть игры только потому, что здесь кораблики. А я тему люблю. Да уж. О, мы на месте. Эй, бухай. О, свои люди сидят. Не да. Спешите, я буду тут. Хотя трактиры я немного по-другому себе представляю. Приятно вот такое какое-то в стране Даго. Относительно Даго. Уютное время место. До следующей войны. Повезло Георгу. Такой подлец ходит под его флагом. Эй, Олух. Твое лицо мне знакомо. Ты же водишь дружбу с пиратами в Насау. Замолчи, не то набью тебе рот свинцом. Эдвард, так ведь? Не. Поганец. Я предупреждал. Офигеть. Ну, чё, опять мочить козлов, что ли? Хотите? Хорошо. Будет вам драка. Всех по очереди забью. Ну же, сюда. Сейчас проверим вашу силу. Я так понимаю, что оружие выбрать мне здесь не дадут. Так, чего? Ну, не знаю, я не буду комментировать, чего я тут делаю. Не. Потому что я пока что сам мало понимаю, чего здесь происходит вообще. Так, ну. Ну давай. А что с тобой не так? Так, ну, нажимаю Б. Честно говоря, я не понимаю, что происходит. На. Еще один. Давай. Не. Че, и ты хочешь? Ну на. Ах ты засранец. Врезал ему по яйцам. Черт возьми, это же интересно. Полиция! Менты! Я найду вас! Перро инглес! Чего? Дымовая бомба.
Ну? Надо валить? Ну, валим, раз надо. Мне что-то не хочется с ними сражаться как-то так-то. Они меня видят, да? Еще и стреляют. Хорошо. Так, нужно покинуть область и спрятаться. Хорошо. Там... Ах, ты... А, блин, твою мать. Ты за мной, что ли, там бежишь? Так, мне бы сток сена найти. Ребят, есть сток сена? Ну, прыгай. Да что ты? Идиот и кусок, прыгай. Вот как не надо, так он прыгает. Как надо, так не прыгает. Тихо. Вроде спрятались, да? Хорошо. Ну, вроде все окей. Я пока не хочу вылазить отсюда, пока ты... какого черта? Что тебе не так? На. Ах, тут еще вас столько. Ладно, сами напросились. Че, все? Так, валим отсюда. Честно говоря, довольно интересная система боя. Так, что у нас за череп? А давайте зайдем посмотрим, что у нас за череп, что он означает. Или это показано место, где мы только что были, да? Давайте проверим. Да, это скорее всего то место, где мы только что... Или нет? Так, ну, ага. Что это у нас такое? Контракты. Контракт на убийство, испанский командир. Так, ну, что ж, давайте контракт перенесем на следующую серию. Спасибо, что меня смотрели, надеюсь, вам было интересно. И в следующей серии будем выполнять контракт на убийство вот этого самого командира. Мне нравится, мне жутко нравится. Вы меня уж сильно в комментариях, скажем так, тапками не закидывайте, потому что все-таки пока еще эту игру комментировать я не привык. Но на самом деле мне очень сильно нравится. Надеюсь, вам также нравится, как и мне. И еще раз спасибо, что меня смотрите. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Всем пока.